Токио 2017. Honda нашла рецепт успешного электромобиля. На автосалоне в Токио состоялась мировая премьера концептуального спорткара Honda Sport EV. Новинка оказалась не менее интересной, чем франкфуртский хэтчбек Urban EV Concept. Honda Sport EV Concept и представленный ранее Urban EV построены на одной электромобильной платформе. Но если дизайнеры хэтчбека ориентировались на Honda Civic 1972 года, то в изгибах купе угадывается черты Honda S600 образца 1965 года. Размеры автомобиля не называются, но как видно по фотографии с президентом Honda Такахиро Хачига, двухдверка вышла низкой и вытянутой. А присутствовавшие на презентации журналисты утверждают, что автомобиль сравним по размерам с Mazda MX-5. Обеспечить общение человека с машиной призвана система Automated Network Assistant. Персональный электронный помощник считывает эмоции водителя и, в зависимости от ситуации, меняет настройки машины, а также дает советы по оптимизации энергопотребления. Салон новинки скрыт затонированными стеклами, однако известно, что он сконфигурирован по формуле 2.2. По информации британского издания Autocar, хэтчбек Urban EV может пойти в серию в 2019 году. Спортивный электрокар в таком случае следует ожидать не ранее 2020 года. Прогнозируемый запас хода моделей – около 240 км. Фото Honda по материалам сайта newsgro.com.